наш клуб всегда молодой, по-моему. Конечно, вспоминая, сколько прожито, сколько с этим клубом связано, есть уважение взаимное. Клуб, думаю, тоже уважает нас, ветеранов, так и мы уважаем клуб. Нет, чувство, что 100 лет, нет такого чувства. ЦСКА по нам по силам. Так что желаю удачи, ребята. Все-таки день столетия нужно играть не только на 100%, но даже чуть-чуть больше. В год столетия. Только хороших результатов, хороших, знаете, чтобы ребята уходили, болельщики со стадиона, окрыленные, одухотворенные, и кричали уже забытую фразу «Мы чемпионы». Надо ее вернуть на стадион и вернуть на улицы Москвы.